Привет всем любителям делать покупки в интернет-магазине «Розетка». Сегодня у нас смарт-телевизор от компании Ergo. Это LCD LED-телевизор 32 дюйма. Упаковочка у телевизора такая глянцевая, приятная на ощупь. Достаточно прочная, ручки не отрываются. Размер телевизора стандартный, тут особо не на чем останавливаться. Пока мы его вскрываем, пару слов о телевизоре. Этот телевизор обладает графическим процессором, если кому-то это говорит что-то, Mali 450 на Cortex-C7. Ну, в принципе, как смартфон. Вот этого достаточно для того, чтобы можно было смотреть приятное разрешение фильмы. И пользоваться андроидом, на котором построен смартфон этого телевизора. Ну, что мы видим здесь? Стандартная упаковочка. В комплекте идут ножки. Пара ножек. Достанем. Так. Ножки вот такие. Или ушки, или рожки. Кому для чего. Обрамление. Здесь у нас есть стандартный комплект. Пульт. Ну, пульт батареечки вставили при проверке. Понятное дело. Пульт неплохой. Особо вредного запаха в нем нет. Достаточно неплохой пластик. На ощупь. Что у нас в комплекте еще? Значит, шнурок мини-аудио-видео. Этот кабель можно использовать для ввода низкочастотного аудио-видео сигнала в телевизор. Здесь такой джек на 4 контакта. Сюда подключаются тюльпанчики. Для того, чтобы сюда подать, можно видеосигнал и левый и правый канал звука. Есть здесь инструкция. Инструкция на доступном языке. Кому какой доступный. Тут несколько, наверное. Да, так и есть. Есть еще один шнурочек. Кстати, тоже шнурочек аудио-видео. То есть их два в комплекте. Так, наклеечка с его техническими параметрами. Винты для ножек. Это все откладываем в сторону. Значит, теперь мы... Ага, вот. Приятный бонус. Вместе с этим телевизором интернет-магазин «Розетка» дарит нам вот такую маленькую беспроводную клавиатуру. Очень небольшого размера. Очень интересненькую. Ну-ка, да, попробуем, попользуемся. Все, в коробочке есть еще гарантийные талоны от «Розетки». Один талон на телевизор и один талон на клавиатуру. Коробочка нам не нужна. Возвращаемся к телевизору. Вот так он выглядит. Значит, что мы видим? Достаточно неброская панель. Обрамление незаметное. Не будет мешать просматривать программы. Есть шнур. И мы можем сделать первое включение. Так, берем пультик. И пошла первая загрузка Android. Для этого телевизора доступно программное обеспечение, которое может устанавливаться на Android, а также информацию по поводу обновления программного обеспечения. А теперь мы осмотрим обратную сторону этого чудо-устройства. Что мы здесь видим? Мы здесь видим разъемы
Два USB-шника 2.0, 1.3.0. Высокочастотный вход для телевизионного сигнала. Слот CI. И видим разъемчики для аудио-видео сигнала. А также еще видим цифровой разъемчик. Так, снизу мы видим, что выходы, VGA-шный разъем, сеть и HDMI. Тут их два. HDMI, тут два разъема. Ну, еще для наушников есть один выход. Вот такой телевизор. В принципе, разъема более чем достаточно. Набор отличный. Ну, далее посмотрим, как будет эксплуатироваться. Ну, как видим, телевизор работает. Далее вопрос настройки. Не быстро это процесс будет. Возможно, это мы покажем в другом обзоре. Спасибо за внимание. Делайте покупки в интернет-магазине «Розетка». Это очень приятно, когда дарят такие подарки вместе с товаром. И удачного вам серфинга в интернете.